когда мы закончили 10 классов, и был у нас бал в субботу, на ночь, на воскресенье, то мы всю ночь гуляли по Неве. И, конечно, мы все вместе кричали, говорили, и там что-то такое. И вдруг один мальчишка наш сказал: «Тише, посмотрите, как спит город, какая тишина, какое тихое утро». И мы все так замолчали, притихли, а в это время уже бомбили города где-то. А мы такие были: как мы можем оставить город? Мы пошли на курсы медсестер. 19 дней нас учили чему-то, неизвестно чему. А потом, когда мы уже были медсестрами, то у нас однажды лежал совершенно без сознания один человек с очень обширной раной. И мы все его приходили: девчонки, можно ваш его уколоть? Давай, ага. И мы его так много кололи, что он остался жив. А потом, когда кончилась война, то наш госпиталь из Восточной Пруссии повезли через всю Россию в товарных вагонах на Дальний Восток воевать с японцами. И мы сидели на полу вагона, свесив ноги, и мы видели всю эту нашу Россию. Это было такое сказочное. Месяц мы ехали, и месяц мы сидели и смотрели. И что мы только не видели, эти закаты. А просторы какие, какие просторы. На Дальнем Востоке привезли нас, выгрузили. Господи, кругом такие далеко-далеко-далеко сопки, высоченная трава в рост человека. Все великолепно. И, в общем-то, а мошкары, а комаров. У нас нет никаких раненых, слава богу. Да, и поэтому мы убираем там на огромных полях урожай. А потом оказалось, что много японцев было в плену в нашем. И они начали все болеть. Были такие бараки длинные с двойными нарами. И вот в такой барак, значит, положили 40 японцев. И я, и моя, значит, подружка-сестра, значит, медицинская, мы на этот барак дежурим. В других бараках другие отделения там дежурят. Эти японцы взяли у нас, попросили бумажки, карандашик, и стали тут же вот это все показывать. И мы им скажем, какое слово, они запишут. Буквально через неделю такие способные люди. Господи, они через неделю со нами разговаривали, пели нам песни. Так мелодично, так красиво, Господи. И вдруг в мае месяц нас собирает начальник госпиталя и сказал: «Я знаю, что вы по ночам дремлете. Так вот, 20 какого, забыла, то ли 23-го, то ли какого, в общем, 20 какого-то мая у японцев стариннейший праздник. По этому празднику, в этот праздник, по старинной японской традиции, каждый японец, встретивший врага, должен его убить. А если не убьет, то он должен себе сделать харакири. Так что вы, пожалуйста, посмотрите все, вплоть до маленьких ножниц уберите и ночью не спите, сидите». Ну, мы с моей подругой сидим. Все убрали, сидим, не спим. А обычно мы вот так вот ляжем на стол, руки положим и сидя так спим вовсю себе. А тут мы не спим, а у них был один. Мы так думали, что это вот самый самурай и есть, потому что у него было такое выражение лица такое. Он подходит к нам и говорит: «А почему вы не спите? Вы всегда в это время уже спите». «Да нет, мы не хотим». «Нет, спите, пожалуйста». «Нет, мы не хотим». «Нет, ага. Я знаю, почему вы не спите. И посмотрите на них, они все не спят». А мы смотрим, отовсюду головы. С каждой самой этой верхней нары ниже смотрят на нас внимательно. Он говорит: «Вы думаете о том, что у нас сегодня праздник, и в этот праздник мы должны убить врага». Тут я начинаю плакать. А он говорит: «А вы на чужбине стали нашими сестрами, вы нас лечите, вы даете нам какую-то радость жизни. И мы, когда вернемся домой,
мы скажем нашим сестрам, нашим матерям и родным, чтобы они молились за вас. Пожалуйста, спите. Мы так улеглись, уснули и ялись. И когда я вернулась после Дальнего Востока, я поступила в художественное училище, и я закончила его блестяще. А у меня был уже маленький сын, я его водила в ясли. И там я подружилась со всеми с этими сестрами, потому что я вечно со всеми сразу начинаю дружить. И вот они мне говорят: нам очень нужна такая, как ты, чтобы ты рисовала. Нам, и у нас нету педагога, методиста. И ты у нас будешь, а у меня диплом педагог-художник, да, с педагогическим уклоном. И я стала в яслях работать. Но сначала маленькие дети, господи, я-то мечтала, что ну, такие картины напишу, вот это все, что видела. А тут ничего подобного, тут надо просто накормить. А постепенно вдруг я поняла, что это все мое, самое настоящее. Я рисовала детей. Они с удовольствием мне позировали. А если они не позировали, так я их просто за голову держу и другой рукой рисую. Или сказку рассказываю, они сидят. А вот эта вот девочка, она очень трогательная. Они слушали, я им вечерами, вот тем, кто постарше, рассказывала, допустим, ну, много сказок рассказывала. И рассказала Тристана и Изольду. И она потом сидела долго, думала, и с таким вздохом мне говорит: а вдруг меня в жизни никто не полюбит? Если бы вы встретили ангела, то что бы вы ему рассказали? Можно я скажу, как я вообще встретила ангела, да? Можно? В капелле было одно время лекторий. И там лекция о чем-нибудь, и потом концерт. И вот была лекция об органной музыке. И потом на органе исполняли что-то очень такое, знаешь, что выходишь уже в этой музыке весь, уже чувствуешь себя совершенно в другом мире. Я вышла из капеллы и пошла пешком домой по площади нашей Дворцовой. И темное-темное небо, а прожектор направлен прямо на ангела на Александровской колонии. Живое лицо, живые вот движения, он в движении. Это было такое удивительное, вот ни с чем не сравнимое впечатление. Я очень долго стояла и смотрела на него, и я поняла, что ангел для себя ничего не хочет. Он только охраняет город. И вот эти дома, в каждой квартире люди. Ведь этот весь город, он же весь из людей, в каждой комнатке, видите? И ему так хочется, чтобы вдохнуть в их души доброе что-то такое. Он пришел к нам с другой планеты, он пришел к нам из другого мира. Его дело прожить там, где жизни нету, его свет продолжение эфира. Говорят, что ангел в городе, да? Вы его встречаете. Что бы вы ему рассказали? Да я с ними и так встречаюсь. Наверху. Я уже с ним два раза встречался, два раза работал с ним. Работал на ангеле, с ангелом на колонии Александровской. Но не именно работал, был на обследовании до реставрации. Имел отношение с третьим ангелом. Немножко. На церкви Святой Екатерины. Это да. Ну там чуть-чуть. Тоже типа что-то вроде обследования. Вы доктор? Ну как доктор? Ну там пришлось посмотреть. Смотреть, лазить по нему, что как его демонтировать. Вот. Посмотреть, что, как там, как он состоит, из чего состоит, какая у него конструкция. Так и не сложилось. Так до сих пор стоит еще. Хотя погибает, надо его спасать. Там металлоконструкция, деревянные фрагменты. Ну, как бы он собран из деревянных фрагментов и полностью обложен свинцом. То есть единственная конструкция, которая вот сделана в таком виде. Вот. Дерево уже гниет, свинец тоже уже такой вроде еще есть, но он уже вот, поменять бы. Вот. Поэтому он в процессе разрушения. Ну и, как всегда, денег на это нет, вот он стоит, страдает.
А чем ангел на Петропавловке отличается от других? Это флюгер. Я его первый раз увидел внизу. В разобранном виде. Это было где-то в 94-м году. Казался очень большой. Сейчас мне не кажется очень большим. Или потому что привык уже видеть эти размеры. Это вот как этот конструктор Лего получается. Разбираешь, собираешь, разбираешь, собираешь. Ну, здесь уже вот разобрали, потом опять собрали. Но тут много есть такие мелочи, всякие сложности. Вроде кажется, вот ну что тут такого? Вроде, ну что, снял и поставил. А когда начинаешь этим заниматься, думаешь, да, еще подумаешь, как и что сделать, так, чтобы не пролететь. И все сделать надо один раз. Когда это долго и много происходит, конечно, начинает сниться уже. Уже где-то во сне что-то уже продумаешь, что, как сделать, как собирать, как устанавливать и так далее. Вот. И вот после первого монтажа, когда в 95-м закончили собирать его, вот, его он еще неделю собирал во сне. Правда, в конце недели это все упало вместе со шпилем. Во сне? Да. Вот я думаю, не к тому ли то, то было, что сейчас снимали ангелы. Вот можно ли это связывать? Или нельзя? Может, было показано тому, что еще долго не простоит. Павел, вы можете показать, в какой стороне ваш дом? В какой стороне? Я могу вот так показать сейчас. Вот в том направлении. И кто там ждет? Никто. Такое количество животных в центре города. Это возможно вообще? Но нас животные, в общем, не самоцелью и не нарочно заводились, а заводились, с неба падали. В метро увидела собаку, мимо которой я не могла пройти. В общем, я очень давно собаками занимаюсь. И я понимаю, что всех я не соберу. И всех я пожалеть не смогу. Но мимо этой я пройти не смогла. У нее одна нога вообще болталась, уже гниющая. На второй она еле-еле стояла, была вся ободранная. Я пришла домой, посидела, потряслась, попила корвалола, взяла плед и потащила ее в клинику. Очень умная, удивительная личность такая интересная, Шура. Все ее любят, ее очень любят все окружающие, все наши друзья, все, с кем мы гуляем в парке, просто даже прохожие, которые идут на работу мимо нас все время видят и все время как-то улыбаются нам. Бич нашего города, что весь город загажен собаками. Вы знаете, наш польский парк загажен не собаками, а людьми. Потом собаководом мы убираем польский парк, и от нас, в общем, больше пользы, чем вреда. Если бы вы встретили ангела, что бы вы ему рассказали? Если бы я встретила ангела, я бы попросила у него доброты для людей. Чтобы у людей было больше добра в душе. Это самое главное, не богатство. Первое – это добро, а с добром приходит и мудрость, и культура. Если у человека есть в душе добро, то вот это самое главное. И ангела бы, наверное, попросила бы вот об этом, именно добра людям. И от этого бы мы стали все чище, и наш город бы стал чище и светлее. А рассказать? А я бы рассказала о своих друзьях. И о том, что среди наших друзей нет богатых людей. Это, видимо, сейчас не сочетается доброта и богатство. Пока еще тот период, когда богатство не догоняет доброту в своей семье. Мы стараемся честно воспитывать детей. Может быть, у нас не всегда это получается, потому что свободное воспитание свободных личностей не всегда сочетается с требованиями и школы,
вот, дисциплина в понимании школы. Я бы рассказала про каждую из наших собак, потому что про каждую из наших собак можно написать рассказ целый, историю. Про своего замечательного мужа, тоже доброго очень человека, который очень много умеет делать. Вот если бы вы встретили в городе ангела, то что бы вы ему рассказали? В моей жизни было много интересных людей. Вот первый интересный человек, которого я встретил, вот на портрете мы с ним вместе, портрет работы Карклина, такой художник был, Артур Леонидович Степанин. Я учился в школе-интернате. У нас там сперва был хор, он организовал хор, дети пели. Потом был организован оркестр, а потом был организован театр. У нас ведь была очень большая разница в возрасте. 16, он был на 16 лет старше меня. Я себя чувствовал с ним совершенно как с равным. Он очень много мне дал, при этом никогда не настаивая на своем. То есть вот он мне что-то рассказывал, что-то говорил, но он меня не заставлял это делать. Он мне давал всегда право выбора с мамой. Я, в общем, считаю своим отцом. Вот это и есть ангелы города, которых иногда встречаешь, если повезет. Как подружились с часами? Началось с Платонова. Образовалась лаборатория по реставрации часов в Эрмитаже. Я сидел у себя в мастерской за компьютером. Пришел такой маленький, лысоватый человек. Начал что-то очень интересное рассказывать. Он умел увлечь. Вы можете даже у сломанных часов услышать голос, ту музыку, которая там записана. Часы реставрировать очень долго. А стало интересно, что же они могут. То есть, что они раньше, эти часы, какие звуки издавали. И возникла идея прочитать барабан и смоделировать на компьютере этот звук. Колоссальное доверие к вам. И кажется, что погода будет хорошая всегда, даже если это дождь или тайфун. И что вы человек очень надежный. Как вы смогли вот таким вот стать? Родители виноваты. Не научили, как жить. Красть не научили, кидать не научили, даже врать не научили. Говоришь искренне, вот отсюда такое и впечатление. Искренне говорю. Поскольку не умею врать. У меня память плохая. Если я совру, я забуду, и меня поймают. Приходится говорить правду. А вот космос на вас повлиял? Космос? Да. Я родился в Ленинграде, жил в Ленинграде, потом в Москве жил. То есть я городской мальчик. Для меня привычно это асфальт, каменные стены, гранитные ограды. А в космосе я поймался на том, что вот в этой консервной банке, где все жужжит, значит, пахнет плохо, рос горох. И вот я поймался на том, что я к этому гороху летаю все время и смотрю на него, смотрю, как будто в рощу на земле. И вот я понял, что все-таки, когда я вернулся на землю, я стал ценить природу. Лес, реку, траву, ветер, даже дождь. Любое проявление природы мне стали теперь очень дороги. А раньше мне было все равно, как меня отец на даче, у нас когда-то была дача, она сгорела во время войны, вытащит. Тоска зеленая, кругом зеленая, а доска еще зеленее. Верите в то, что нашу Землю все-таки посещали инопланетяне? Ну, есть на Земле загадки, которые как бы очень близко подводят нас к вопросу «да».
частности, вот я был в Мексике. Там достаточно недавно открыли могилу, значит, какого-то там царя. Могила закрыта плитой, вот такой большой плитой. И там выгравировано, выбито рисунок. Когда на этот рисунок смотришь, это точно как космический корабль. Там сидит человек, ноги на педалях, смотрит в перископ, позади двигатель. Ну, это ни на что другое не похоже. Может быть, конечно, совпадение там какое-то странное. Но, во всяком случае, есть на Земле такие таинственные вещи. Ну, скажем, вот Стоунхендж, всем известный. В Армении есть такой же, точно, мегалиты. Они созданы несколько тысяч лет назад, когда у нашей цивилизации еще не было астрономических знаний. А тем не менее, эти камни указывают там, на точку летнего солнцестояния, на точки там, восхода, скажем, солнца в определенные даты. То есть построено с учетом астрономических знаний, которых вроде бы на Земле тогда не было. То есть, может быть, это были атланты, в какой-то степени тоже неземная цивилизация. Но вы правильно поставили вопрос. Веришь, не веришь? Потому что доказать точно, что это было, нельзя. Но и опровергнуть, и доказать, что это вот абсолютно точно не было, тоже нельзя. Поэтому веришь, не веришь. Если бы я не верил, я бы в космонавты не пошел. Конечно, я верю. Георгий Михайлович, мы всем задаем один и тот же вопрос. Вот представьте себе такую ситуацию. Вы встречаете ангела. Вот о чем бы вы ему рассказали? Ну, ангелу ничего не надо рассказывать. Если особенно это ангел-хранитель, то он меня знает лучше, чем я сам. Поэтому я бы ничего бы ему не рассказывал. А я бы его просто поблагодарил. Потому что по своей часто наивности, по, может быть, какой-то несерьезности. Я часто создавал для себя очень опасные, жизненно опасные ситуации. И когда я понимал, что из них уже нет выхода, случалось что-то невероятное, и выход находился из безвыходного положения. Так вот, скажем, случай, что я, когда попал в Звездный городок на подготовку, то это было очень трудно, это же большое счастье, что тебя отобрали. У кандидатов было сотни, а отобрали единицы. И я тут же сломал ногу, прыгая с парашютом. И мне сказали, что ты со своими костылями позоришь Звездный городок. Тебя надо выгонять. Хотели выгнать, но вмешался ангел-хранитель. И я на костылях ходил в тренажеры, в спортивный зал. Потому что пришли к выводу, что у космонавта все-таки главное не нога, а голова. Он пришел к нам из мира своего. Он пришел к нам со своей планеты. Он пришел к нам, пришел для того, чтобы задать вопросы и получить ответы. Его дело прожить там, где жизни нет. Он сам себе учитель, настоящий умелец. Он давно среди нас. Он настоящий пришелец! Если бы ты встретил ангела, о чем бы ты ему рассказал? О жизни. Я в плохих котах еще. Ну... О чем я ему рассказала? О жизни. Спросил бы, как у него там. Ну, может, что-то попросил. Не знаю. Ну, по крайней мере, ну, чтобы в Ираке, во-первых, война кончилась. Вот это вот самое главное. Показал бы, может, город. Что показал бы? Город. А что бы ты в городе ему показал? Не знаю, Эрмитаж, наверное. Я его лучше знаю, чем все остальное.